Как обеспечена потребность в автомобильном топливе для весенних полевых работ? Где есть узкие места? Особо обращаю на это внимание. Вы видите, уже не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все толдят, и вчерашние самые развитые передовые страны, их руководители. Поэтому сельское хозяйство и, прежде всего, нынешняя посевная кампания – важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание. Должен сказать, что несмотря на то, что влага из почвы уходит мгновенно, ночью мороз, утром солнце, некоторые даже влагу не закрыли. Особенно в Минском районе, что удивительно, и огромные поля. Но неужели непонятно, что надо прежде всего пройтись культиватором и разрыхлить почву, так сказать, закрыть влагу. Притом поля очень высокие, с высоким содержанием песков. Поэтому сделайте все, чтобы мы могли в этом направлении двигаться. Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию, весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача номер один, и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом, карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? –